Всем привет, с вами опять Степа, и сегодня 1 час ночи, и поэтому поиграем в телепузиков 2D. Как видите, я это экран в виде по. Я могу сказать, что у меня появилась новая игра. Называется ли Фейс, если кто-нибудь знает. И почему я долго не выходил видео? Потому что, во-первых, мне была лень, а во-вторых, сжать придется. Сейчас начнем. Я уже второй раз скачал уже. У меня вот только 19 граммов. Куплю вот это. И красным стану. Я лучше включу это Solifest. Я вот столько пуди кремов и без никого. И мы начнем. Ну, вот здесь. Все будет летать. Можно сказать, что я показываю, как бегать, как это, как искать все пузикремы прям в этой игре. Буду больше говорить, можете смотреть и слушать музыку. Конечно, нужно прислушиваться. Я просто запомню, где все пути кремы. Ну хотя, зачем мне прислушиваться, если я играю в мультиплеере? Это музыка из игры Solifest. И вот сегодня еще скачала группу ВК и там включил. Пока я никого не слышу. Пусть дальше продолжается музыка. Опа-на! Вот, я же говорю, можно еще раз. Вот, если что, можно так. Ой. Ой, опять. Немножко в другую сторону. Потом вот тут. Сейчас
сообщаем по секрету все. Не можешь сказать, что мы уже заканчиваем, потому что зарядка плохая. А это я музыку не знаю. Извините, извините. Я думаю, что сейчас заново все будет. А нет. Кто обожает эту музыку, ставьте лайк. Тоже солнце. Опа, она он уже здесь. Ой, кажется, программирую. Возьмите, я просто дорогу не запомню. Ой, точка нашла. Это мы как закончили, я это закончил. Что это за ситуация? Это мне не надо. Вот что это. Что остальное? Ничего, ничего. Я сделал видео скоро, весной, когда были каникулы. До каникул еще осталось что-то 2 недели.
И, кстати, девочка с 8 марта, а мальчик он 23 февраля. Наконец-то. Еще последний. А где его искать?